Утро, Игнат Тихонович совершает прогулку опять, потому что сейчас кольцо оттаяло. Все, сейчас он может свободно ходить, не подскользнется ничего. Это ему нужно, чтобы не застаиваться, потому что все время за компьютером сидит. Так что помоги Господь ему. Тут у нас вот позавтракала Паля, сидит, рядышком умывается. Вот она какая красавица наша. Паля. Пушистик.